И еще одно мероприятие в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Учащиеся 13-й школы станицы Гривенской Калининского района побывали на экскурсии в нашем городе. Прежде всего, школьники вместе с экскурсоводом совершили поездку по памятным местам нашего города, связанным с подвигами наших воинов в Великой Отечественной войне и в других сражениях за свободу и независимость Родины. Затем состоялась экскурсия в Славянском историко-краеведческом музее. Здесь находятся десятки тысяч экспонатов, в которых отражается материальный мир наших земляков, начиная с 19 века и до самого недавнего прошлого. Все это, конечно, очень интересно для школьников. Мне понравился памятник Таманской армии, потому что он большой и очень интересный. Меня интересует прошлое нашей страны, потому что если идти в будущее, то надо знать прошлое. В музее, а особенно в зале, посвященном 40-м пороховым, учащиеся не только увидели, но и услышали много интересного. Детям нашим это очень понравилось, потому что это продолжение нашей истории, и дети должны помнить, какой ценой досталось им это мирное небо. Большое спасибо гиду, который проводил нам экскурсию. Здесь была затронута история казачества, история Великой Отечественной войны, история нашего времени, Советского Союза. Детям это очень сильно понравилось. Обогащенные новыми впечатлениями и знаниями, школьники возвратились в родную станицу. Эту поездку они еще долго будут помнить. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».